Растем и развиваемся вместе с вами. По таким слоганам впервые в стране был организован фестиваль гимнастрады в системе Министерства дошкольного образования Узбекистана. Мероприятие провели совместно с Комитетом женщин и Федерацией гимнастики Республики Узбекистан. В итоговый республиканский этап вышли 22 команды из числа воспитанников дошкольных образовательных организаций. В то время, пока взрослым активно пропагандируется здоровый образ жизни, то дошколятам решили в профильном ведомстве самое время прививать любовь к спорту. И приняли решение. Отныне и постоянно юное поколение будет участвовать в детской гимнастраде. Почему именно этот вид спорта? Ответ очевиден. Гимнастрада, это, наверное, является оптимальным видом спорта для детей, так как здесь совмещены и артистизм, и пластика, и танцы, и элементы гимнастики. То есть именно те элементы, которые очень легко даются нашим маленьким деткам. Счастливые глаза этих детей еще раз подтвердили заключение наших врачей о том, что физическая активность, она продлевает жизнь. Если она начинается с малых лет, то эффект всего, что происходит в организме человека, она поддерживается и на протяжении всей жизни. В регионах уже провели первые этапы. Победителей не судят. Среди них высматривают одаренных и подающих надежды будущих чемпионов. Это не просто конкурс, это фестиваль. Фестиваль, где каждый из вас покажет, что именно сравнивать возраст, сравнивать детство, если заложить вас и создать условия для развития спорта, то в дальнейшем мы получим великих спортсменов. Думаю, что перед нами стоят будущие Оксаны Чусаитовны, будущие Светланы Радзивилл, девочки, которые сейчас олицетворяют престиж нашей страны на мировой спортивной арене. Для 6-летней Мусаф Альфазиева и ее подруг сегодняшнее утро началось необычно. Ее мама отвела не в детский сад, а на соревнования, на котором маленькие звездочки демонстрируют свои способности и талант. Маленькие хрупкие создания, твердо идущие к своей цели, первым победам. Акробатика, поддержки. И как ты думаешь, какое место займете? Первое. Почему так уверена? Настройка такой. Детям намного интереснее работать в команде. Это зажигает, это дает позитивные эмоции, это дает физическое развитие и гармонию внутреннего мира с нашим физическим. Артистизм, техническое исполнение, оригинальность композиций. Строгое жюри оценивало по многочисленным номинациям, уже само название которых звучит соответственно. Подарки и призы вручили всем. И самой энергичной команде, и самой активной, грациозной, дружной, эмоциональной, позитивной, артистичной. Главное, что верх одержала сама идея – привить любовь к спорту, которому все возрасты покорны, особенно детский.